Два года назад, 19 сентября, ушел из жизни замечательный человек, которого хорошо знали, любили и уважали очень многие кировчане – Василий Степанович Мельников. Заслуженный тренер РСФСР и заслуженный работник физической культуры России, почетный житель Кировска. Кроме того, почетный мастер спорта Советского Союза по горным лыжам, участник 9-х и 10-х зимних Олимпийских игр, многократный победитель и призер крупных международных соревнований, 12-кратный чемпион Советского Союза и абсолютный чемпион страны по горнолыжному спорту. В апреле этого года в памяти Василия Степановича Мельникова в Кировске, на доме, в котором жил любимый тренер многих мальчишек и девчонок, была установлена памятная доска. На торжественном открытии присутствовали не только коллеги-тренеры и воспитанники ведущего горнолыжника страны советской эпохи. На мероприятии «Почтить память легендарного человека» собрались многие непричастные к спорту горожане. Люди просто делились воспоминаниями о нем и слушали рассказы и истории других. Кировск, как и прежде, остается горнолыжной столицей северо-запада России. И здесь не забывают своих спортсменов и тренеров. Сразу после выпуска новостей мы покажем программу Татьяны Никуличевой из цикла «Хибиногорцы», хранящуюся у нас в архиве и посвященную великому земляку.